Танец – это яркое, красочное творение народа, являющееся эмоциональным, художественным, специфическим отображением его многовековой, многообразной жизни. А вы знаете, что первый исторический бал был зафиксирован в 1385 году в Греции? А первый ритуальный танец был зафиксирован в XIV веке. В начале XX века появились такие танцы, как Чарльстон, Ча-Ча. Если вам интересно зарождение народно-сценического танца, переходите по ссылке ниже.